Нет больше никакого Путина. Есть несколько двойников. А вы что, Путин? Помогает. Да, пока да. А вы что, Путин? Пока да. Обратите внимание на пока да. Я хочу сказать, что это идея для Желтого дома. Никакого двойника нет. Это реальный Путин. Это он узнаваем очень. И хотя мы не можем никак этого доказать, потому что Путин совершенно безлик. Но именно эту безликость невозможно имитировать. Вот это полное неумение сострить или по-человечески обратиться к людям. Если бы это был двойник, он бы хоть раз нашел, наверное, какие-то человеческие слова. Но Владимир Путин – это до такой степени выхолощенная фигура, что ни единой личной черты в нем нету. Тут двойника не подберешь при всем желании. Понятна ситуация, когда единственным гарантом существования России является Путин, и все волей-неволей придумывают двойника. Я уже сам, честно говоря, не знаю, хотя я абсолютно не верю ни в каких двойников, но раз Песков сказал, наверное, что-то здесь не так.